Меня зовут Николай Гончаров, я основатель и совладелец компании Meritech. Мы работаем на рынке уже 5 лет и занимаемся софтверными решениями. В нашей компании работает около 80 сотрудников. Я принимал решение пойти на проект «Школа владельцев бизнеса» на протяжении 2 месяцев, консультируясь со своими партнерами. Ключевым стало то, что фактически я стал работать 24 часа в сутки, а хотелось спать. Сегодня я могу с успехом сказать, что проблему я хотел решить, наконец-то стать владельцем своего бизнеса, а не заложником. Были сомнения в том, что это, возможно, не заработает, это не принесет нам того, чего мы ожидаем. Доход компании изменился приблизительно в 2,5 раза. И почему? Потому что мы стали системной компанией. Сегодня мы работаем с крупными международными брендами, и системность – это залог того, что нам будут доверять все больше и больше различных проектов и сложных технологических решений. В мое время освободилось приблизительно часов, наверное, на 5. Сегодня в среднем я трачу часа 4 на то, чтобы заниматься своим бизнесом. По моему мнению, она отличается существенно. Самое важное преимущество – школа владельцев бизнеса имеет конкретную технологию, которая позволяет именно внедрить инструменты, а не просто изучить. Я бы пожелал будущим владельцам и участникам школы владельцев бизнесов не думать соглашаться в первую очередь. Это стоит не так дорого, как кажется, а эффект от этого в десятки раз.